Причиной большой пробки на перекрестке улиц Ташкентская и Радищева стало дорожно-транспортное происшествие. Две столкнувшиеся иномарки Mitsubishi и Toyota блокировали движение троллейбусов. Муниципальный транспорт выстроился в очередь. Это создало неудобства и для автомобилистов, и для пассажиров. В результате столкновения иномарок пострадали два пассажира Toyota – женщина и 5-летний мальчик. По предварительной информации, у пассажирки перелом ребра и травма грудной клетки. У мальчика сотрясение головного мозга. Ребенок не был пристегнут специальным удерживающим устройством. Предварительной причиной явилось нарушение водителем автомобиля Toyota правил дорожного движения. Оба автомобиля ехали на разрешающий зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля Toyota обязана была предоставить преимущество автомобилю Mitsubishi, но не сделала этого.